Вот, варю кашку для дружка из разных круп, со свининой и с фаршем. Прокрутила немножко и немножко оставила кусочком ему полакомиться. В состав каши входит пшено, рис, гречка и пшенная каша. Вот такое вот изобилие всяких разных круп должно быть. С фаршем, не соленая, не перченая, просто вареная кашка полезная для нашего дружка. Друзья, вот Пушок пришел, только с улицы пришел. Пришел наша рыбка. Давай, давай, питайся, занимайся. Пришел, у нас сегодня мороз такой, градусов 20. Давай, давай, Пушочек, я рада, что ты пришел. Слава Богу, домой. Дружка Сен прям усиленно понакормила, и ты давай ешь, питайся. Здесь на камере, друзья, он светленький, беленький. На самом деле какой-то, как в угле катался. Вот, вот сейчас иногда временами видно. Ой, как я рада, что он пришел, друзья. Порадуйтесь вместе со мной за Пушочек. Пушок. Пушочек. Кс-кс-кс-кс-кс. Не хочет вверх посмотреть. Рыбка моя, рыбка. Покажись, ребята. Кушай, кушай, Пушочек, кушай. Рыбенька моя.